Вот так вот заходим в квартиру. Сразу справа нас встречает отделенный от основного контура санузел, достаточно просторный. Потом можно отдельно выделить спальню с балконом. А вот здесь разместить кухню-гостиную. Виды открываются с квартиры. Просто наишикарнейшие. Уже установлены окна прекрасного качества. Здесь у нас располагается балкон, опять же видовой. Что очень важно, пятый этаж уже перекрывает сверху виды этого дома, и соответственно максимальный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.